В минувшее воскресенье в спортзале школы номер 32, которая расположена в поселке Мостовая, появился большой письменный стол. За ним разместились 12 юных мостовчан. Все они решились на проверку собственных знаний правил дорожного движения, причем по очень непростым тестам. Не все у него получилось, но воля к победе, как у настоящего солдата. Молодец. Александр Крамаренко оказал неоценимую помощь в разработке контрольных заданий на знание правил дорожного движения и всячески помогал в проведении столь необычных соревнований. Юные участники поразили его своим отношением к мероприятию. И вот сегодня владелец этого велосипеда, он сейчас тягачом работает, он везет сейчас так, Максима. Вот, по-моему, его велосипед. Вот он меня сегодня немножечко удивил и порадовал. Мы заканчиваем задание, и наши большие вот эти картинки складываем на скамейку. Они падают и падают, наступаем на них там, все плохо. Ну, в конце концов, все закончилось, все разошлись. И смотрю, он стоит, и у него лицо такое серьезное. Я говорю, ты что, иди. Нет. Чего такое? Если я сейчас ногу уберу, скамейка наклонится, и все ваши картинки снова упадут. Помимо теоретических знаний, всем участникам предстояло продемонстрировать практические навыки управления веломобилем. Так, 9 класс. Здесь двое. Значит, Росомахин по времени был первым, по времени, да? Но итоговый балл у него 0,41. А у Грязнова Никиты, у него итоговый балл 0,34 за счет правил дорожного движения. Все активные участники и победители необычных соревнований на знание правил дорожного движения и мастерства управления веломобилем были удостоены грамот и призов.